поддержка. Вдруг прямо на середине прервалась. И чуть не закончилась падением Юли на лед. Но Сергей не растерялся вообще. Молодец. Ну и, как видите, в подкрутке наши не хуже китайцев. И тоже могут делать 4 оборота совершенно спокойно. Вот здесь. Даже на лед не дал приземлиться своей партнерши. А это у нее рука подломилась, непонятно, или у него? Как будто у нее упор потерялся. То есть, вроде как, Сергей не виноват. Получается.